Krishna. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
Так мы продолжаем описывать славу Шрилы Харидаса Такура и его в высшей степени удивительные игры. The pastimes of Shrila Haridas are very, what we say, adventurous. Вот у Шрилы Харидаса Такура было много приключений. There are so many. You mentioned a few. Да, их было очень много, и мы просто поговорим о некоторых из них. Which are some of the ones that are the outstanding ones, but there are so many other ones that describe some of his, what we say, his quality of pure love and his humility. Было очень много игр, но мы пишем те из них, которые описывают его как такие качества, как его чистую любовь и его смирение. One of the qualities of one who is fixed in devotional service is very humble. Одно из качеств того, кто утвердился в преданном служении, это то, что он очень смиренен. Although they do extraordinary things to spread the glories of the Lord, inspire so many people, and at the same time receive so many praise, still they always remain humble. Хотя они делают очень много, прославляя
преданное служение Господу вдохновляет очень много людей, и за это они получают прославление и признание. Тем не менее, они остаются очень смиренными. Because they know one thing, that they are simply an instrument for the mercy of the Lord. Поскольку они понимают то, что они являются инструментом в руках Господа, передавая Его милость. And they are acting on behalf of the Lord. И они действуют от имени Господа. So therefore they are empowered by the Lord. И поэтому они уполномочены Господом. And so they give all credit to the Lord. И поэтому все заслуги они дают Господу. This is important to understand in even in our day-to-day life. Это очень важный момент, который нам надо понять и применять в нашей повседневной жизни. To take credit for anything we do means to overshadow the real person who is actually doing everything through his devotee. Если мы принимаем все заслуги только на самих себя, то тем самым мы затеняем истинную личность, которая дарует нам все благословения и которая помогает нам добиться успеха. And yet, because although they're very humble, still they're very bold in their preaching. They don't compromise. И в то же самое время, хотя такие великие души, они и очень смиренны, но в проповеди они такие очень настойчивые, они не ведут на компромиссы. It's like today, in this today's world, when you preach, preaching is like giving medicine to a sick person. Поскольку подобно тому, как в этом мире, если вы проповедуете, то вы даете лекарство больным людям, тем самым. So if a person is sick, you have to give him the medicine that will work. И если человек болен, то ему надо дать именно то лекарство, которое поможет ему. But sometimes people don't, the patient doesn't like the medicine. Но иногда пациенту не нравится это лекарство. So sometimes the doctor says, "Well, what kind of medicine would you like?" Иногда врач просто спрашивает его, ну какое бы тебе лекарство понравилось? And they give him a little different medicine. Они ему дают немножко другое лекарство. Because they won't take the real medicine. Потому что он не сможет принять истинное лекарство. This other medicine doesn't cure them, but at least it helps them to the point where they're willing to accept something. И, конечно же, это лекарство не поможет полностью, но, по крайней мере, оно, человек он хоть что-то примет, и хоть в какой-то степени это поможет ему. But a real doctor is one who will give the medicine that is in relationship to the nature of the disease. Но настоящий доктор — это тот, кто дает лекарство, которое в точности соответствует болезни. So another name for a great soul is sadhu. И одно из имен великих душ — это садху. Sadhu, another meaning for sadhu is to cut. Одно из значений слова садху значит обрезать. To cut away one's material attachments, one's material activities. Обрезать наши материальные привязанности и прекращать нашу материальную деятельность. But a good doctor knows that most patients are unwilling to accept that they sometimes they like the disease better than the cure. И вот настоящие доктора, врачи, они понимают то, что пациентам не нравится вот вылечиваться. Им даже иногда больше нравится. But still, that's the job of a good doctor, is to give the medicine in such a way that they'll like the medicine and it cures the disease also. Пациентам больше нравится оставаться больным, поэтому квалификация настоящего врача такова, чтобы дать им все-таки это лекарство и вылечить их от этой болезни. So a good preacher is a pharmacist. И поэтому хорошие проповедники, они подобны таким врачам, аптекарям, которые знают, как смешивать лекарства, настоящие лекарства с другими лекарствами и давать им. Like Prabhupada says, when you're out preaching, you meet some big people. You say to them, my dear sir, you are so intelligent, you are so qualified in so many ways, you're actually a very wonderful person. Как Шри Прабхупада говорил, что такая тактика проповедников, когда вы встречаетесь с кем-то, то вы должны сказать, мой дорогой господин, ты такой разумный, у тебя столько много квалификаций, ты такой хороший человек. And then when you get their attention, and they say yes, you say, but we have one request. И вот когда он начинает нас слушать,
то тогда мы говорим, да, это все правильно, но у нас есть к тебе одна просьба. What is that request? И что мы тебя просим? Forget everything you know. Забудь о всем то, что ты знаешь. And just chant Hare Krishna. Просто повторяй Hare Krishna. So that's difficult. Это трудно. When Srila Haridas Thakur came, he came 35 years before Lord Chaitanya. And the whole scene in Sri Navadvip was people were very materialistic. Hardly anyone was interested in Vaishnav culture, Vaishnav philosophy. Практически никто не интересовался вайшнавской культурой и вайшнавской философией. People were more or less interested in worshiping demigods to get material benedictions. Людям больше хотелось поклоняться полубогам и получать от них материальные благословения. Or proving their material situation through various pujas. И они хотели улучшить свое материальное положение, выполняя различные пуджи. And just engage in gross forms of sense gratification. И занимаясь грубыми формами наслаждения чувств. It's like it was today. Today is more degraded than it was then, but still the mood was sense gratification. Как, например, то же самое, что происходит сейчас. Конечно, сейчас мы это гораздо в большей степени проявлено, но даже тогда главным настроением было настроение наслаждения чувств. So the devotees would chant Hare Krishna. Были преданные, которые повторяли Hare Krishna. There was Srivas Thakur was there. Srivas Thakur там был тоже. Ukunda was there. Ukunda был. Advaita Acharya was there. Advaita Acharya. Srila Haridas Thakur was there. Srila Haridas Thakur там тоже. A few other Vaishnavas who preceded the advent of Lord Chaitanya. Также несколько других вайшнавов, которые пришли до прихода Господа Чайтаньи. But nobody really was interested in taking up Krishna consciousness. Но никто на самом деле не интересовался, чтобы принять сознание Кришны. And many times people were very critical. Очень часто люди, они были такими очень критически настроенными. There was one brahmana. In fact, not one brahmana, but many of the brahmanas who say, "What is this loud chanting of the holy name?" Как было много брахманов, которые говорили. Так критиковали, что это такое вообще, что собой представляет это громкое повторение святого имени. Lord Vishnu, he goes to sleep. Господь Кришна, он же спать ложится. During the Chaturmasya season, he goes into his yoga nidra. Во время Чатурмасии он погружается в йога нидру. And you're just chanting so loud, it's going to wake him up. А вы так громко повторяете, что вы его разбудите. And if you wake him up, he's going to get angry. А вот вы его разбудите, он разгневается на вас. And he's going to destroy our whole civilization. И он уничтожит всю нашу цивилизацию. He's going to cause a pestilence. И будет разруха, разрушение. And then there'll be no rice. Будет засуха, не будет риса. Whatever rice is left, the prices will be so high, no one can buy. И вот даже если рис останется какой-то, то он будет стоить так дорого, что никто не сможет его покупать. It's all because of these crazy Vaishnavas. Это все из-за этих сумасшедших вайшнавов, которые так громко повторяют, поют и беспокоят Господа Вишну. Catch him and give him a good punch. Поэтому надо схватить их и так вот хорошенько их побить. Maybe we should take their house and throw it in the Ganga. Может даже взять их целый дом и вместе с домом выбросить их в Гангу. We should report them to the Kazi. Или же, по крайней мере, привести их к казни. И тогда он их накажет. This is not the religion of the Hindus. Поскольку это не религия хинду. These are just some sentimental fanatics. Это какие-то сентиментальные фанатики. And they're hungry. That's why they're just screaming so loudly. Because their bellies are empty. Они просто голодные, у них пустые желудки, поэтому они так громко кричат. Yeah, people were criticizing like this. Люди так критиковали. But they always kept chanting. Но они не прекращали повторять. One brahmana, he came up to Haridas. И один брахман пришел к Харидасу. He said, Haridas, where in the scriptures does it speak about this loud chanting? In the scriptures it says you should chant silently. Он спросил Харидаса Такура. Харидас Такур, где в Священном Писании говорится, что нужно громко повторять? Там же везде описывается, что нужно тихо. Харидас Такур knew the scriptures very well, and he quoted many verses saying that the loud chanting of the holy name not only benefits the person, but it benefits everyone who hears, even the non-moving living entities. Но Харидас Такур очень хорошо знал Священное Писание, и он сказал, что громкое повторение Святого Имени, оно приносит благо не только всем людям, но также и недвижимым живым существам.
And using that argument, he showed that if you chant silently or softly, you benefit yourself, that's all. But one who chants loud, everyone gets benefit. И вот, используя этот аргумент, он сказал, что если вы будете молча повторять, либо очень тихо повторять, то вы получите сами благо. Но все остальные живые существа нет, но они получат благо благодаря громкому повторению. There was an assembly of Vaishnavas, not Vaishnavas, but assembly of Brahmanas, and this Brahmana was criticizing Srila Haridas. Это все происходило в таком собрании Брахманов, которые критиковали Шрилу Харидаса. But Haridas quoted so many scriptures and showed that the loud chanting of the holy name is actually the means in this age to benefit everyone, including oneself. И он процитировал много священных писаний, и он доказал, что громкое повторение святого имени является средством очищения не только нас самих, но и очищения для всех, всех окружающих живых существ. Sometimes when somebody defeats the other person can't argue back, so they start finding fault with the person. И вот иногда бывает такое, что когда вы кого-то побеждаете в споре, то он не может вам уже ответить аргументами, и он только начинает пытаться найти, пытаться выискивать в вас вот какие-то недостатки. It's a cheating form of argument. Это такие обманные, такой обманный спор. You can't win the argument, so you start criticizing the person. Вы не можете найти хороший аргумент, довод, и вы начинаете критиковать его. Ты такой, ты такой. You're like this. So, therefore, the Brahmana said, well, you're chanting loudly, so everyone will hear, and then I'll invite you to come to dinner so you can eat nice food. Он сказал, на самом деле, вот ты вот громко повторяешь это имена, и таким образом ты просто привлечешь внимание людей, они тебя пригласят к себе домой и хорошо накормят. Your only business is to go to people's houses and eat opulent food, that's all. Ты думаешь только о том, чтобы вот так вот ходить по домам людей и есть роскошную пищу. Oh, he's criticizing like this. Haridas was very strong in his arguments. Но Haridas был очень силен, очень так утвержден в своих доводах. Finally, the Brahmana said, "If you don't stop doing all this, I'm going to cut off your nose and your ears." Brahman сказал, что если ты не прекратишь громко повторять, то я просто отрежу твой нос и твои уши. And he walked away. И ушел. And nobody said anything to protect Haridas. И никто ничего не сказал, чтобы защитить Haridas такого. But a few days later, that Brahmana's nose fell off. Но через несколько дней нос этого брахмана сам собой отвалился. He got smallpox. Там просто была такая яма даже, как сказать, вместо носа. You know what smallpox is? Yeah. Yeah. No, it's a disease. Leprosy? In the scriptures it says smallpox, it doesn't say leprosy. Скорее всего, это оспа. You get all these... All these red marks all over. Да, оспа. То есть он заболел оспой, и вот у него вот эта вот язвочка вместо носа, и там все, ну, не ставим. Sometimes when you go near little... kid, you go to school, they give you a needle, they say this will prevent you from getting smallpox. Okay. You got it. And his nose fell off. Так или иначе, его нос отвалился. Haridas was feeling very sorry. И Haridas чувствовал такую очень боль, такую большую боль. He's thinking, how are we going to save these people? They're so antagonistic. Он думал, как же спасти этих людей? Они настолько враждебно настроены. So preaching is very difficult. Поэтому проповедь бывает очень трудной. Lord Chaitanya, after Lord Chaitanya came, he inaugurated the Harinam Sankirtan movement as a means to preach Krishna consciousness. И вот когда пришел Господь Чайтанья, он начал движение Санкиртаны как средство проповеди сознания Кришны. He gave the instruction to his devotees to go out door to door and preach. И он дал наставление своим преданным, чтобы они от дома к дому ходили и проповедовали. He said, listen, he said to Nityananda and Haridas. He said, listen, Nityananda. Он сказал, обращаясь к Нитянанду и Харидасу, послушай, Нитянанда, послушай, Харидас. Listen, Haridas. Послушай, Харидас. Go out and preach my order everywhere. Походите и проповедуйте мой приказ. Говорите о моем приказе каждому. Go to every house and beg in this way.
Идите в каждый дом и молите, просите милостыню таким вот образом. Chant the names of Krishna. Повторяйте имена Кришны. Worship Krishna. Поклоняйтесь Кришне. Follow Krishna's instructions. Следуйте наставлениям Кришны. Apart from this, you should not speak or have any other thing to speak about. Нет, кроме этих вот слов, ничего другого не говорите. At the end of the day, come and give your Sankirtan report. И вот в конце дня приходите ко мне и давайте мне свои сводки санкиртаны. I will take up my chakra. И у меня будет, я возьму свой чакру. Cut off the heads of those who will not chant after being requested by you. И вот те, кто отказался слушать ваши просьбы, вот тем вот людям я отрублю голову своей чакрой. Lord Chaitanya. But Lord Chaitanya is very kind. Ну, Господь Чайтанья очень добрый. So what does he mean when he says that? И вот что он имел в виду, когда он такие вещи говорил? Because Lord Chaitanya didn't come to kill the body like Krishna came. Krishna, when Krishna was there, he killed so many demons. But Lord Chaitanya said, we are here to kill their bad mentality. Господь Чайтанья пришел не ради того, чтобы убивать людей, как Кришна, например, убил столько многих демонов. Но Господь Чайтанья пришел ради того, чтобы убивать у нас такое плохое настроение. So taking up the chakra, chakra means the wheel of time. И чакра на самом деле значит колесо времени. And time will destroy them. И время их всех уничтожит. In due course. Какой-то so момент. Those who refuse to take up spiritual life, they are under the influence of time. И вот подобно этому люди, которые не принимают духовную жизнь, они находятся под влиянием времени. They become destroyed by time. И время их уничтожит. And Krishna says that in Gita, time I am one who destroys everybody. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, я есть время разрушитель всех и каждого. But the devotees, they're engaged in devotional service. There's no question of time being negative. Но для преданных, которые заняты в преданном служении, на них время не действует таким негативным образом. We're serving now. Вот вы сейчас они служат. And when we leave this body, we continue to serve. И когда они оставляют тела, они продолжают служить. So you do devotional service now in this body, in this place, and then when you go somewhere else, you do the same thing. Ой, сейчас вот в этом месте, в этом теле занимаетесь практикой преданного служения, и когда вы оставите его, вы пойдете в другое место, и там будете продолжать. For devotee, time is a friend. Для преданного время — это друг. Because it's bringing one closer to Krishna. Потому что время приводит его ближе к Кришне. For the materialist, time is the greatest fear because it's taking away everything they live for. Но материалисты, они очень сильно боятся времени, поскольку оно забирает у них все, чем они живут. Same time. То же самое, одновременно. It's like Prabhupada says, there's the cat who has a kitten and the cat who chases the rat. Как Шрила Прабхупада приводит пример кошки, которая переносит своих котят, и кошку, которая держит в зубах мышку. The cat who captures the kitten, carries the kitten in the mouth, and the kitten is thinking, this is nice, this is mother. И вот когда кошка несет котенка в своих зубах, она так вот хватает его, видели, да? И котенок такой очень счастливый, понимает, что это его мать несет. But the same cat catches the rat, that rat is thinking this is death. Но та же самая кошка, когда она несет в зубах мышку, то мышка думает, это смерть. Same cat. Та же самая кошка. So for us, for the devotee, time works to bring us closer to Krishna, whereas for the materialists, or those who live for this body, time takes everything away. И для нас преданных время оно действует так, что оно приближает нас к Кришне, но для материалистов, которые живут ради наслаждения в этом теле, время забирает у них все. When Lord Chaitanya was saying, I take up my chakra, what he means is the wheel of time will destroy those who refuse to take up devotional service. Именно подобным образом, когда Господь Чайтанья говорил, что я возьму чакру и всех уничтожу, он имел в виду, что время, оно уничтожит всех тех, кто не будет заниматься преданным служением. So they, Lord Chaitanya, I'm sorry, Lord Nityananda and Haridas, they would go begging from door to door. И вот Харидас Такур и Господь Нитинанда, они ходили от дома к дому. Chant Krishna's name. Они просили. Speak about Krishna. Follow Krishna's instructions. Они просили, вот, чтобы люди, они повторяли святые имена,
с доверенным оставлением Кришне и Дживе. Some people welcome them in. И некоторые люди, они их очень хорошо принимали. So happy to see them. Они были так счастливы видеть, когда они приходили. Offer them some food. Какую-то пищу предлагали. They said, we're not here to come to take your food. We're here to come simply to inspire you to take up the chanting of the Hare Krishna mantra. Ну вот, Харидас Тхакура, Господь нам говорит, что мы здесь не ради того, чтобы у вас пищу какую-то взять. Мы пришли ради того, чтобы вдохновить вас повторять Харе Кришна. And some people were very happy. И некоторые люди были очень счастливы. But not everybody. Но не каждый. Sometimes they would come to someone's door. Иногда они приходили к дому к полу человека. My dear sir, you're engaged in so many materialistic activities. Don't you know you're wasting your life? Simply chant the Hare Krishna Maha Mantra and be happy. И вот они приходили к дому какого-то человека и говорили, мой дорогой господин, ты впустую тратишь свое время, занимаясь материалистической деятельностью. Лучше ты просто повторяй Харе Кришна и будь счастлив. And these people would get angry. И люди гневались на них. They would threaten to call the Qazi to arrest them. Они угрожали, что они позовут Кази и они арестуют их. They say these people are a nuisance. Они говорили, что эти люди, они такие, как... What is this chanting of Hare Krishna? Такие вредные люди, они... It's a lot of noise. Какой смысл повторения Харе Кришна? Sometimes the Vaishnavas, they chant at night when we're trying to sleep. Просто шум какой-то создают. Вот эти Вайшнавы, они ночью поют и мешают нам спать. And they wake us up and we can't sleep. And the next day we have to work and we're so tired. И они не дают нам спать. Будет нас посреди ночи, и на следующее утро мы такие уставшие, что мы не можем работать. It's like when you go preaching nowadays. Как вот сейчас ходить проповедовать. People, they have their televisions. У людей есть свои телевизоры. Their movies. Фильмы, которые они смотрят. Loud. Cars. A lot of noise. Ну, очень много разного шума просто производит, там все громко. When you say chant Hare Krishna, they say that's just noise. Но когда вы просите их повторять Харе Кришна, они говорят, это просто шум. I remember we were preaching in one place in America. It's called New Orleans. I don't know if you ever heard of that place. Так я помню, что однажды мы в Северной Америке проповедовали в месте, которое называется New Orleans. New Orleans. Новая Орлеана. There's a big festival that goes on every year in the month of February. Там проходит такой большой фестиваль каждый год в феврале. In one section of New Orleans, it's called the Mardi Gras. И вот один из районов этого Нью-Орлеана называется Mardi Gras. Used to be, it actually is a religious ceremony. На самом деле, вот то, что там происходит, это религиозная церемония. Those of you who are Christians, that the month of February, just before the birth of Lord Jesus Christ, or the crucifixion of Jesus Christ, Christ fasted for 40 days and 40 nights. Вот этот месяц февраля для тех из вас, кто были христианами, это время как раз до... распятие Иисуса Христа, вот, и до этого он постился в течение 40 дней. So in preparation... Yeah. So in preparation for this renunciation period, there's 1 week before that where everyone is supposed to have a good time. And then you can renounce everything. Чтобы подготовиться к такому длительному посту, вот, да, у них неделя есть, чтобы они хорошенько погуляли. И потом они вот должны от всего этого отказаться. So there's a big section of New Orleans, many, many streets, and they're all bars and clubs and so much movie theaters and so many other things. Но там есть такой целый район этого Нью-Орлеана, где находится много разных баров, разных кинотеатров, там столько много всего происходит. And in this area, thousands of people come for this festival, and everyone gets drunk. И вот туда приходят тысячи людей, чтобы поучаствовать в этом фестивале, и все напиваются. High on all kinds of narcotics. Наркотики разные принимают. And there's loud music playing. И
Там очень-очень громкая музыка играет. По всем улицам. People are dressed in costumes. Люди одеваются в разные костюмы. And they're all drunk. И все пьяные. Doing all kinds of nasty things. Разными ужасными, отвратительными вещами занимаются. So the devotees go down there to do Harinam. И преданные, они туда выходят, чтобы петь Харинаму. So we were doing Harinam. Мы там пели Харинаму. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Going through all these places where all these people were having a party. И вот они, мы проходили по всем этим местам, где люди там забавлялись по-своему. Some people like this. И некоторым людям это нравилось. We were part of the party. Мы, они принимали нас как часть своей вечеринки. But others became very disturbed, especially the shopkeepers. Но некоторым это очень не нравилось, особенно вот этим парковщикам. So they start calling the police. Они начинали вызывать полицию. These people are disturbing. Что эти люди, они нас беспокоят. So we got arrested. И нас арестовали. For disturbing the peace. За то, что мы, за то, что мы нарушаем мир, мир и спокойствие в этом месте. That was the charge. Такое было обвинение. Disturbing the peace. Now tell me what kind of peace is that? Что мы нарушаем мир и покой этого места. Представьте себе, какой там был мир и покой. Everyone is outside of their mind and they're saying we're peaceful. Люди были просто как сошли с ума, сходили с ума, и вот они говорили, что вот они были умиротворенными при этом. It's not so easy to preach these things. Поэтому иногда в наше время не так просто поговорить. In this place. Я помню, что мы однажды проводили там Харинаму в этом месте. And we were passing this one shop. Мы проходили мимо одного магазина. And one lady, she was the shop owner. И одна из женщин, она была владельцем этого магазина. She would come out. Она выходила. She'd scream. Она просто кричала. Loud as she could. Визжала как только можно. Stop! Не надо перевода. Прекратите. And then we would just keep going. Then we come around again, go around and come around again, pass her store. И мы так проходили мимо, не обращая внимания, потом опять возвращались на то же самое место. Stop! Она опять выходила и бежала. Прекратите. I thought she was gonna die. She screamed so loud. И мы думали, что она сейчас умрет, так громко кричала прямо на месте. I was thinking, wow, here's a real demon. Я думал, что это, о, вот он, вот это настоящий демон. I met a real live demon. Я вот в жизни встретил живого демона. Лицом к лицу. She was totally in distress when she heard the holy name. Потому что она такие ужасные беспокойства испытывала, когда слышала повторение Святого имени. Like she was being tortured. Как если бы ее мучили. So, you know, trying to preach in this age. It's very difficult. Поэтому иногда бывает очень трудно проповедовать в нашем. The same when Haridas and Lord Chaitanya was there, people were not at all interested. И подобно этому, когда Харидас Тагур и Господь Нитянанда проповедовали, то людям это совсем не нравилось. So some people say, if they come around again, we're going to beat them. И некоторые люди говорили, вот если вот вы еще раз придете, мы вас побьем. So, but Haridas and Lord Nityananda, they kept going. Но Харидас, Господь Нитянанда, они продолжали приходить к ним. Some honest people were accepting. И некоторые честные люди, они принимали их проповедь. And then one day, Lord Nityananda was thinking, what can we do to really show the glory of Lord Chaitanya's mercy? Вот однажды Господь Нитянанда думал, вот что же мы можем такое сделать, чтобы показать величие милости Господа Чайтаньи? Let's give this mercy to the someone who is most fallen. Давайте же дадим эту милость тем, кто является самым падшим. Let's find the most fallen. Давайте найдем самых падших. So they asked some people, who's the most fallen in this town? И они спросили людей, а кто вот в вашем городе самый падший? Well, there's two persons. Their name is Jagai and Madai. И они сказали, вот есть здесь двое людей, которых зовут Джагай и Мадай. They're actually brahmanas. На самом деле они брахманы. And they're also the sheriff. With the police. И они также вот как-то не связаны с полицией. То есть but они... they're really crooked police. То есть это полицейские, да, но такие... They capture people, they beat them up. Такие плохие полицейские, да, they chase after людей. Women.
Людей хватают, они бьют людей, они насилуют женщин, они мучают детей, много разных ужасных вещей совершают. И вот они как раз рядышком. Don't go near them. Только не подходите к ним, don't пожалуйста. Beat you. Они вас побьют. And they didn't understand. This looks like a great opportunity to give Lord Chaitanya's mercy. И Господь Нитянанда понял, о, вот это вот очень хорошая возможность дать милость Господа Чайтанья. They came a little distance away. Они немножечко так подошли. And Lord Nityananda said, "Hey, you two brothers." И Господь Нитянанда сказал, эй, вы, двое братьев. The Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu is here, and he's come with the mercy to make everyone happy. Please chant Hare Krishna. И он сказал, Верховный Господь Чайтанья пришел сюда, чтобы дать свою милость и сделать всех счастливыми. Пожалуйста, повторяйте Хари Кришна. And they were so drunk, they didn't even understand what they were hearing. Они были настолько пьяны, что они даже не поняли, что им говорят. And they would, because nobody could go near them, and they were always angry, so they would punch each other. Поскольку никто к ним обычно не подходил близко, потому что когда к ним кто-то подходил, они начинали этих людей бить. Они были пьяны, и они засмеялись. Они такие были дебоширами. И они сказали, кто вы такие? Catch him! Схватите их. So they ran after Lord Nityananda and Haridas. Они побежали за Господом Нитянандой и Харидасом. Lord Nityananda and Haridas are fast. Но Господь Нитянанда и Харидас, они быстро бежали. So they started running away. Они убежали от них. Jagai Mari, Mari was real fat, couldn't move fast. И Мадай был таким немножко полноватым, такой не мог так быстро бежать. Drunk too, you know. И при этом он был пьяным. So they ran away, got away. Итак, они убежали от них. Now while they were running, Lord Haridas Thakur said, "Nitai." Но когда вот они убегали, то Харидас Такур обратился и сказал, "Нитай." You know, I was beaten in 22 marketplaces, and somehow I'm still living. Меня били на 22 рыночных площадях, и так или иначе я выжил. But since I'm associating with you, I don't know what's going to happen with me. Но я вот с тобой связался и не знаю, что сейчас со мной произойдет. So they were joking. Они так шутили друг с другом. And then they came back, it was the evening time, and they gave their report. И они вернулись, это был как раз вечер, и они рассказали сводки свои санкиртаны. So they gave the report, so many people said yes, so many people said no, so many, this happened and this happened. И они сказали, что столько людей сказали да, столько людей сказали нет, произошло вот это и то произошло. And Haridas Thakur said, you know, this Nitai, he went to these two crazy persons. They're always drunk, and he tried to get them to chant. И вот Харидас Такур сказал, ты знаешь, Господь, вот этот Нитай, он отправился к этим двум сумасшедшим пьяницам и попросил, чтобы они повторяли, они просто сумасшедшие. Адвайта Чарья was there, and he heard that. И там был Адвайта Чарья, он обыграл. He said, what do you expect? Он сказал, а что ж ты ожидаешь? Drunkers like to be with other drunkards. Пьяницы хотят общаться с другими пьяницами. Nityananda, he's always drunk. Nityananda, он тоже постоянно пьяный. But he's drunk on the holy name. Но он пьяный, потому что повторяет святые имена. So that was the first day. Это был первый день. The next day they went out again. И на следующий день они опять к ним обратились. And then they again tried to approach these two personalities. Опять попытались обратиться к этим двум личностям, пьяницам. This time they were more determined. Но в этот раз они были более решительны. Nitai said, "We're back." Нитай сказал, мы вернулись. We really want to help you. Мы хотим вам помочь. We have the medicine that will make you happy. У нас есть лекарство, которое сделает вас счастливыми. Chant Hare Krishna. Пожалуйста, повторяйте. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. So, Madai said, who are you? Мадай сказал, кто вы такие? And Nityananda said, my name is Avadhut. Нитянанда сказал, меня зовут Avadhut. He said, Avadhut. Это сказал, Avadhut. Broken piece of clay pot that they used to keep wine in, threw it with great force and hit Lord Nityananda in the head. И вот этот Мадай, он взял осколок разбитого горшка глиняного, в котором обычно хранят вино, он взял его и с огромной силой бросил его Господу Нитянанду и ударил его, попал в his head to bleed.
Он попал ему в голову, и голова начала кровоточить. Townspeople saw that, they ran and they called Lord Chaitanya. И люди, они видели это, они побежали к Господу Чайтанье, привели его. Lord Chaitanya came. Господь Чайтанья пришел туда, в это место. He saw what was happening. И увидел, что произошло. Actually, Madai was going to hit Lord Nityananda again. И на самом деле Мадай, он собирался уже еще раз ударить Господа Нитьянанду. But Jagai said, "Don't do it." Но Джагай сказал ему, "Stop не делай Madai это. From hitting him again." Зачем тебе его еще раз бить? Lord Chaitanya arrived when he heard the news. И когда Господь Чайтанья узнал то, что произошло, он пришел туда. Он был подобен Господу Нитьянанде. Смотря на Хирани Кришну, он видел то, что произошло. He became effulgent. Он засиял так очень ярко. Very angry mood, he said, "Chakra." В ужасном гневе он сказал "Чакра." Chakra appeared on his hand. И чакра появилась у него в руке. Ready to kill both of them. Он был готов убить их на месте. Because you know, when a great soul is offended, the Lord becomes, especially Nityananda. Как вы знаете, что если оскорбили великую душу, то Господь он так в гневе, особенно если это великая душа Господь Нитьянанда. Jagai ran and grabbed Lord Chaitanya's feet and said, "Please save us." Jagai он побежал к Господу Чайтанье, он схватился ему за стоп и сказал, "Пожалуйста, спаси нас." Actually, it wasn't me, it was him, my brother. He did it. На самом деле это не я, это не это он, это мой брат, вот это он все сделал. And he wanted to do it again, but I stopped him. Он сказал, что он хотел еще раз ударить, но я его остановил. When you're in trouble, nobody, you just try to save yourself, right? Когда у вас проблемы, то вы уже не думаете о других, вы пытаетесь спасти только самого себя. So, when Lord Chaitanya heard that Jagai stopped Madai from hitting Nityananda a second time, he became compassionate. И когда Господь Чайтанья услышал, что Джагай, он остановил Мадая, чтобы тот не ударил Господа Нитьянанду еще раз, то тогда Господь Чайтанья, он преисполнился сострадания по отношению к Джагаю. But actually it was Lord Nityananda's mercy. На самом деле это была милость Господа Нитьянанды. Nityananda said, "My dear Lord, we've come in this age to kill the mentality, not the body." И он сказал ему, мой дорогой Господь, Господь Нитьянанда сказал, ты пришел в этот мир для того, чтобы убивать демонического настроения, но не убивать тела людей. Lord Chaitanya forgave Jagai. И так Господь Чайтанья простил Джагая. And Madai, when he saw what was happening, he became very fearful. Но когда Мадай увидел, что произошло, тут он уже испугался, не на шутку. He ran to Lord Chaitanya's feet, begging for, because he could see the Lord was in the mood of the Supreme Lord with his chakra. You see the Lord standing there with your chakra. Better become humble. Это написал то, что ты. Он испугался, потому что видел, что Господь стоит в настроении Верховного Господа с чакрой, и вот когда такое происходит, то лучше становиться уже смиренным. So Madai, he also fell at the feet of Lord Chaitanya. И поэтому в этот момент Мадай тоже упал к стопам Господа Чайтанья. He said, "We're in it together. Whatever he gets, I should also get." Он сказал, что мы твой братья, вот то, что ты даешь моему брату, ты должен дать то же самое мне. You gave him mercy, you have to give me mercy. Дал милость ему, давай мне. Lord Chaitanya said, "I can't give you any mercy. You have offended Lord Nityananda." Господь Чайтанья сказал, нет, вот тебе милости никакой не дам, потому что ты оскорбил Господа Нитьянанду. Только Господь Нитьянанда может дать тебе милость. So Madai went to Lord Nityananda. Итак, Мадай обратился к Господу Нитьянанде. And Lord Nityananda was in the mood like when a child, somehow the mother is trying to take care of the child, and the child kicks the mother. Господь Нитьянанда был в настроении матери, которая вот когда ее ребенок подходит и бьет ее ногой. The mother doesn't get angry at the child for being kicked by the child because that's her little child and she loves the child. И она не гневается на этого ребенка за то, что он бьет ее, потому что она же мать, это ее маленький ребенок, она любит его. So Lord Nityananda, who is the Supreme Lord. He sees all living beings as his children. И Верховный Господь Нитьянанда, который Верховный Господь, он видит всех живых существ как своих детей. So he took no offense at all. И поэтому он не принял никакого оскорбления. And upon the sincere prayers of Madai, he forgave him. И поскольку Мадай очень искренне молился, то Господь Нитьянанда простил его. Then something very miraculous happened. И затем произошло что-то очень такое чудесное.
Lord Chaitanya's body is golden in color, beautiful. He's called Gauranga. He's got beautiful golden color. Господь Чайтанья, он был такого золотистого цвета, очень прекрасного золотистого цвета, поэтому его и называют Гауранга. And all the sins that Jagai and Madai had committed, and they committed a lot of sins. И вот все грехи, которые совершили Чагай и Мадай, они их совершили очень много. It's described that during this whole pastime, all the demigods were watching. И вот описывается, что вот когда вся эта игра проходила, то все полубоги, они смотрели. Ямарадж was there. Там, и там был Ямарадж. Now Ямарадж, he said to his servant Chandragupta, he said, what are the sins of Jagai and Madai? И вот Ямарадж, он как раз так вот спросил своего слугу Чандрагупту, а вот какие вообще вот грехи совершили Джагай и Мадай? Chandragupta said, don't ask. И Чандрагупта сказал, we can't keep up with даже не спрашивай. We just hired 30 new scribes to write down, and they're working 24 hours a day, and they can't keep up. У нас 30 певцов, да, вот, писарей, которые записывают все эти грехи. Они 24 часа в сутки работают и не могут дойти до конца. They were committing a sin every second. Каждую секунду они совершали грех. So Yamaraj was astonished. Yamaraj был просто поражен. And he saw how Lord Chaitanya and Lord Nityananda forgave all of their sins. И он увидел, как Господь Чайтанья, Господь Нитинанда, они простили все эти грехи. He fainted. И он упал в обморок. Now Yamaraj is pretty sober guy. А Yamaraj, он такой довольно, как сказать, he doesn't faint so easy. Стойкий человек, он не так просто падает в обморок. He's really, you know, you don't want to meet Yamaraj. He's a nice person if you don't meet him. Yamaraj, он такой хороший человек, если вы с ним не встречаетесь. Devotees don't usually get to meet Yamaraj, but for those who do, he's death personified. Обычно преданные не хотят встречаться с Yamarajем, но если кто-то из вас встретится с ним, это олицетворенная смерть. So when Lord Chaitanya forgave Jagai and Madai, all the sins that they had committed came into the body of Lord Chaitanya. И вот когда Господь Чайтанья простил грехи Джагая и Мадая, то все эти грехи, они вошли в тело Господа Чайтанья. And Lord Chaitanya's beautiful golden body became black. И прекрасное золотистое тело Господа Чайтанья, оно стало черным. Changed colors from gold to black. Изменило цвет от золотого к черному. The Dvaita Acharya was there. И там было Dvaita Acharya. He said, my dear Lord, you look like Krishna. И он сказал, мой дорогой Господь, сейчас ты на Кришну похож. His whole body became black. Все твое тело стало черным. Then Lord Chaitanya said something that we should all remember. И затем Господь Чайтанья сказал одну вещь, которую мы все должны помнить. He said, all these sins of Jagai and Madai will go to those who offend Vaishnavas. Он сказал, что все грехи Джагая Матая, они перейдут к тем, кто будет оскорблять Вайшнав. И каждый, кто будет оскорблять Вайшнав, он получит реакции за грехи Джагая Матая. Pretty heavy. Такая довольно такая серьезная вещь. Always serve the Vaishnavas. Поэтому всегда служите Вайшнав. So, he also said, you should now see that these two brothers are now completely pure Vaishnavas. И он сказал, что теперь ты можешь видеть, что эти двое братьев, они должны стать чистыми Вайшнавами. By the mercy of Lord Nityananda, they became completely purified. По милости Господа Нитянанды, они полностью очистились. And they became so humble. Они стали такими смиренными. Madai would come up to Nityananda, and he would just cry. Madai приходил к Господу Нитинанде и просто плакал. He put his head at Lord Nityananda's feet, and he would just cry and cry and cry. Он прижимал свою голову к лотосным стопам Господа Нитинанды, просто плакал, плакал, плакал. Feeling so bad that he offended Lord Nityananda. Он себя чувствовал так плохо за то, что он оскорбил Господа Нитинанду. He would say to Lord Nityananda, please give me some service. Он просил Господа Нитинанду, пожалуйста, дай мне какое-то служение, что-то, что я могу для тебя сделать. Lord Nityananda, after being requested many times, he said, all right, why don't you should go down to the banks of the Ganga.
And then near the Ganga, you should dig a gap. Он сказал тогда, хорошо, тогда ты должен пойти на берег реки Ганги, и там вот на берегу Ганги ты должен вырыть гад. And anyone who goes into the Ganga, the bay, they should bathe in your ghat first, and then they will bathe in the Ganga. И вот тогда вот каждый, кто будет приходить, чтобы совершить омовение в Ганге, он должен вначале совершать омовение вот именно в твоем гхате. The ghat is still there. It's called Madai Ghat. You can see it. It's there on the banks of the Ganga near. I'm thinking what area it is. You have to ask the local devotees, but it's the place called Madai Ghat. The place where Madai dug a ghat for the Lord. Вот этот ghat, который вырыл Мадай, он до сих пор там. И если вы приедете в Индию на Мадхипу, то вы можете спросить местных преданных, они вам покажут, где он находится. And while he was digging the hole, и когда он рыл вот землю, people копал, would see him. Люди видели, как он делает. They would say, "Oh, there's that rascal Madai." Они говорили, что, о, вот он, вот это, вот он, этот негодяй Мадай. Они брали камни, бросали в него. The rocks would hit it. И камни попадали в него. And he'd pick up the rock and he'd go to the person here, throw it again. И он брал этот камень, подходил к этому человеку и просил его: брось меня еще раз. I deserve worse than this. Я заслужил больше, чем это. This is the mercy of Lord Chaitanya. Такова милость. How such a vicious and cruel drunkard can become a soft-hearted Vaishnava. Такова милость Господа Читания, что Господа Нитинанда, что даже такие жесткосердечные негодяи, они превратились в мягкосердечных вайшнава. And the amazing thing is, there's a statement by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Удивительная вещь в том, что есть утверждение, которое сделал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. He says something interesting in regard to this pastime. Он сказал очень интересное касательно этой игры. He says that this pastime of Jagat and Lord Chaitanya and Lord Nityananda showing mercy to Jagat and Madai is not simply another historical event. Он сказал, что вот эта сама история, когда Господь Читания дарует милость Джагаю Мадаю, это не просто какое-то историческое событие. It's not simply a story from scripture. Это не просто история из Священного Писания. What is it? Что ж такое тогда? It's a feature that of Lord Chaitanya's mercy and Lord Nityananda's mercy that's going on today. Это значит то, что милость Господа Читания, милость Господа Нитинанды, она продолжает проливаться даже сейчас. So Lord Chaitanya and Lord Nityananda are saving us, the Jagais and Madais. Что Господь Читания и Господь Нитинанда, они спасают нас, так, поскольку мы подобны таким Джагаям и Мадаям. And giving us the chance to reach the highest perfection of loving service to Krishna and Sri Vrindavan Dham through the holy name of the Lord. Это дает нам шанс достичь высшего совершенства в любовном служении Господу Кришне в Шри Вриндаван Дхаме. Such mercy has never been available before, and I don't know if it'll ever be available again. И вот такой милости не было даровано никогда до этого, и я не знаю, будет ли она когда-то даровано в будущем. So, Lord Sri Advaita Acharya and Lord Nityananda, they were two Sankirtan devotees. Итак, Господь Читания и Господь Читания, Господь Нитинанда, они были двумя преданными Sankirtan. Going everywhere and distributing the mercy. Они повсюду ходили и раздавали свою милость. Bode Sukhe Kabugai, Bode Sukhe Kabugai. Surabi kundeche namer kude. What is the last word? Okay. Koda nidai, koda nidai. Nityananda, he's going and he's opening up a marketplace. Как Господь Нитинанда в этом баджане описывается, он открывает рыночную площадь. He's a businessman. Он бизнесмен. And all businessmen want to make profit. И все бизнесмены хотят какой-то доход. So he sets up his shop. Итак, он установил свой магазинчик. He has his employers. У него есть люди, которые работают на него. He's got his product. У него есть продукты, которые, товары, которые он дает. And he's sending out his salesmen to invite people to buy. И он отправляет своих продавцов, чтобы они приглашали людей прийти в магазинчик и купить что-то. And what is he selling? И что он продает там? The holy name. Он там продает святое имя. And it's not free. И не бесплатно. You gotta pay. Вам нужно платить за него. So if you have 100 rubles,
I don't know what the money in Ukraine is, but I know Russia is rubles. What's the Ukrainian money? Grivna. Huh? Grivna. Yeah? That's it. So if you have 5,000 grivna, you can get that much holy name. Если у вас есть 5,000 гривен, то вы можете настолько же купить святого имени. But if you have 10,000, you get twice as much. Но если у вас 10,000, то вы можете в два раза больше купить. But then Lord Nityananda says, the currency is not money. Но затем Господь Нитинанда сказал, что what is the currency? Валюта — это не деньги. И что такое валюта? Currency? Что она собой представляет валюта? Faith. Вера. You have 500 grivna of faith, and you get that much faith, mercy of the Holy Name. If you have twice, whatever the strength of your faith, that's how much of the mercy you receive. В зависимости от того, сколько у вас есть веры, столько же вы можете получить милости Святого Имени. So one who has full faith in the Holy Name. И если у человека есть полная вера в Святое Имя. Which means that the Holy Name is everything. Когда человек верит в то, что Святое Имя это все. It's the essence of all religious practice. Что это суть всех религиозных практик. It's the means for purifying the heart. Это средство очищения сердца. It's a means to awaken our love for Krishna. Средство, которое пробуждает в нас любовь к Кришне. It's the means to push back the fire of material existence. Это средство уничтожения, потушения огня материального существования. It's the only source of real happiness. Это единственный источник настоящего счастья. It gives complete and perfect knowledge. То, что оно дарует совершенное и полное знание. It's the only necessary and needed sacrifice in this age. Это единственное необходимое и достаточное жертвоприношение этой эпохи. And the Holy Name purifies our insides, our outsides. И Святое Имя очищает нас как изнутри, так и снаружи. It's like bathing in transcendental sound. Потом там вы слышите омовение в трансцендентной звуковой вибрации. So when Lord Nityananda sees, oh, here's a good customer. И когда Господь Нитянанда видит, о, вот этот хороший покупатель. He wants to buy a lot of the product. Он хочет очень много товаров купить. I should introduce them to the person who makes the product. И поэтому я хочу вот этого человека привести к тому, кто производит эти товары. You get introduced to Lord Chaitanya. Он приводит этого покупателя к Господу Чайтанье. He's the maker of the product. Того, кто раздает, который производит, производитель товара. Lord Chaitanya sees how much eager you are to take advantage of his product. И когда Господь Чайтанье видит, насколько вы хотите воспользоваться этим товаром, который он дает. This is the best customer. И вот когда он видит, что это самое лучшее, and покупатель. And he sees that this customer is really, really serious. И когда он видит, что этот покупатель, он по-настоящему серьезен. He says, I know another person you should meet. И он знает, что, а я знаю еще другого человека, к которому тебе нужно обратиться. She's very nice. Она такая замечательная. Actually, she's the best of all ladies in existence. На самом деле, она лучшая из всех женщин во всем творении. Her name is Radharani. Ее зовут Радхарани. And Lord Chaitanya introduces that person to Radharani. И тогда человек, он представляет вот этого человека, Шримати Радхарани. Please come to my abode. It's called Sri Vrindavan Dham. И она говорит, о, пожалуйста, пойдем со мной в мою обитель, которая называется Шри Вриндаван Дхам. You can help me serve the master of Sri Vrindavan Dham. И, пожалуйста, помоги мне служить господину Шри Вриндаван Дхам. His name is Krishna. Которого зовут Кришна. You remember, you're chanting his name. Да, вы помните, вы вот вы именно его имя повторяете. When you assist Radharani so nicely in serving Krishna, and Krishna says, who's this person that's assisting my best of all assistants? Вот когда вы так вот помогаете Шримати Радхарани служить Господу Кришне, то тогда Кришна посмотрит, о, кто это такой, кто так хорошо помогает Радхарани служить мне. Then you get recognized by Krishna. И тогда вы обретаете признание Господа Кришны. Krishna says, oh, you're so nice. И Кришна скажет, ты такой хороший you человек. You should stay here in Vrindavan. Оставайся здесь со мной во Вриндаване. And then your life has reached perfection. И тогда ваша жизнь достигает совершенства. So it starts with the mercy of Lord Nityananda. И так это все начинается с милости Господа Нитянанды. But Lord Nityananda's mercy is given by his servants, who are his representatives, the spiritual masters. Милость Господа Нитянанды, она даруется через
его слуг, которые являются его представителями, и это наши духовные учителя. Who are the traveling salesmen? Которые являются такими коммерпояжерами, такими путешествующими продавцами. Town to town, village to village, city to city, encouraging people to chant Hare Krishna. Которые идут от города к городу, к деревне к деревне, вдохновляя людей повторять Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna. Yes. She says that you mentioned the good doctor. He understands that patient cannot take real medicine, so therefore he has to mix it up with another medicine or give different medicine. So real medicine is the holy name. Does it mean that while mixing the holy name, the mixture is different services you have to do alone with the holy name? And second part of the question is, but can we take only real medicine, which is the holy name, only without mixtures? Sometimes we say that if you feel stressed, you're working so hard, you're trying to make money, you're struggling, you're putting yourself under a lot of stress. If you chant this mantra, you get free from stress. А вот иногда мы говорим, что вот если вы очень много работаете, вы так плохо сильно устаете, вам столько стрессов много, поэтому вот если вы будете повторять Харе Кришна, то это поможет вам избавиться от стресса. The medicine, the age of Kali, the disease is really bad. И вот век Кали, наша болезнь, она по-настоящему плохая. It's actually an epidemic. Это эпидемия. It's like destroying the whole world. Это эпидемия, this disease of materialism. Это болезнь материализма, подобная эпидемии, которая разрушает. So the only formula to counteract the disease is to chant 24 hours a day. Здесь единственная формула, которая может противостоять этой болезни, это 24 часа в сутки. But how many people can accept that? Но сколько людей могут это принять? So we say chant 16 rounds. Поэтому мы говорим повторяйте 16. How many people can accept that? Но кто из людей может даже это принять? So we say chant whatever you can. И поэтому мы говорим, ну повторяй столько, сколько сможешь. Chant, oh. You chanting two rounds? That's very nice. И мы спрашиваем, а ты два круга повторяешь? О, это так хорошо, так здорово. No, chant three rounds. Повторяй три круга. So, most people find chanting 16 rounds very difficult. Для большинства людей 16 кругов повторять это очень трудно. So, you tell them, chant. You don't have to give up anything. Мы говорим, вот вам даже ничего оставлять не надо. От всего отказываться. Because if you ask them to give up things, they become really nervous. Потому что если вы им скажете еще и отказаться от каких-то вещей, то они уже тогда точно начнут нервничать. But if you get them to chant, then the chanting will purify them, where then they'll start to lose the traction for their sinful activities. Но если вы попросите их, чтобы они повторяли, то тогда благодаря воспеванию они постепенно будут терять привязанность к материальной деятельности. Just like we can speak here, we can say chant Hare Krishna, follow the four regulative principles, right? No problem. Как мы вот здесь скажем всем людям, что мы повторяем Харе Кришну 16 кругов и следуем четырем регулирующим принципам. И вот у людей, которые здесь, проблем нету. But some places you go, you say chant Hare Krishna, they say that's nice. И вот если поедете в другое место и вы скажете, что повторяй Харе Кришну, они скажут, да, это no хорошо. No illicit sex, no intoxication, no meat eating, no gambling. And they become unhappy. Но если вы скажете им, вот не ешьте мясо, не занимайтесь незаконным сексом, не играйте в азартные игры, не принимайте интоксикации, они скажут, что они будут очень несчастны. I know one country in the world that if you
chant Hare Krishna, people like it. Я знаю одну страну в мире, что если вы поедете сюда и будете там повторять Харе Кришна, людям это понравится. And if you speak philosophy, they really like it. Если вы будете говорить о философии, им это тоже понравится. But one thing the preachers don't do is mention the four regulative principles. Есть одна вещь, которую обычно никогда не упомянут, не говорят проповедники, это то, что надо сделать. Start speaking about these things, people will get up and leave in the middle of your lecture. Потому что если как только вы об этом начнете говорить, люди просто встанут и прямо посреди лекции уйдут. I won't tell you which country that is. Не буду вам говорить, какая страна. You can guess. Можете представить себе. Ukraine. No, I'm just kidding. Не Украина. No, it's, you know, these four regulative principles, which are the foundation of all sinful activities for some people, they want, all right, let me chant this nice mantra, this seems like fun, this philosophy is nice, but don't get into my private life. Как, например, где четыре регулирующие принципа, они являются фундаментом всей греховной жизни, и когда вам говорите им, ну, повторяй эту хорошую мантру, философию слушай, да, им это нравится, но как только вы говорите о принципах, они говорят, не вмешивайся в мою личную жизнь. But if you preach like that in India, everyone will accept, oh yes, we shouldn't do these things, we know that, that's bad. Но если вы будете так проповедовать в Индии, говорить о регулирующих принципах, то люди не примут это, они сразу, они понимают интуитивно, что это плохие вещи. So, giving the medicine means to understand the audience. И давать лекарства значит понимать аудиторию, к которой вы обращаетесь. The journey starts with the first step. Потому что путешествие начинается с первого шага, который делает человек. Sometimes we preach exactly what is in the scriptures, and some people will take, and others will go away. Иногда мы проповедуем послание таким, как оно записано в Священном Писании, и некоторые люди принимают его, а некоторые уходят. So it's like that. We have to think, just like if someone's eating meat, you know, maybe it's very difficult for them to understand spiritual subject matters. Как, например, вот если человек ест мясо, то ему трудно принять духовные темы. So they can't understand anything. Они вообще ничего не могут понять. As long as they're eating meat. Пока они едят мясо. So the first thing is to get them to get out eating meat. That's the first step. И вот первый шаг для них будет отказаться от мяса. Then you can give them other things. И затем вы можете давать им другие вещи. So, preacher is like a doctor. И поэтому проповедник он подобен такому врачу. Max, one man, one lady. Так вот, мужчина, женщина. Как можно культивировать или какие рекомендации будут культивировать в себе силу, как бы веры в духовное святое имя? How can we cultivate or develop our faith in the Holy Name? How can we cultivate our faith in the Holy Name? By hearing the glories of the Holy Name. Как мы можем развивать веру в Святое Имя, слушая о славе Святого Имени? By associating with devotees who are fixed in chanting the Holy Names. Общаясь с преданными, которые утверждены в повторении Святого Имени. Those are the two recommended ways. Это association and hearing more and more. Больше общаться и больше слушать. Through hearing, the soul wakes up. Через слушание просыпается наша душа. Through hearing, the mind becomes purified. И ум очищается. Yeah. So, the life of Srila Haridas Thakur is simply through the glorification of the Holy Name. И вся жизнь Шрилы Харидас Такура — это прославление Святого Имени. So, if we read the life of Srila Haridas Thakur, there's a new book out called Namacharya Srila Haridas. You can, and what you get is his life, but his life is all about the Holy Name. И подобно этому жизнь Харидаса Такура, она вся посвящена прославлению Святого Имени. И как вот есть такая книжка, она только недавно вышла, называется «Намачарья Шрилы Харидаса Такура». Если вы ее прочитаете, то вы вдохновитесь на повторение Святого Имени. Read Chaitanya Charitamrita. И также еще можете читать Чайтанья Чаритамриту. It's translated in your language. Она переведена на ваш язык? Read chapter 7 of Adi Lila. Adi Lila, 7 глава. Okay? That's my instruction. Это мое наставление вам. Very well. I can do that because he's my driver.
Я могу это сделать, потому что он мой водитель. Я с Матаджи. Да, Матаджи, пожалуйста. How can we understand that Krishna is a person? How can we understand that Krishna is a person? Because you're a person, and you come from Krishna, so person comes from person. Мы можем понять, что Кришна личность так, что мы являемся личностью, личность исходит из личности, и поэтому Кришна тоже должен быть личностью. Person cannot come from imperson. Личность не может изойти из чего-то безличного. Wherever you see qualities, you see personality. Где бы мы ни видели качества, за этими качествами должна стоять какая-то определенная личность. We say God is love. Когда мы говорим, что Бог — это любовь. So love has to come from a person. И любовь должна исходить от личности. We say God is great. Когда мы говорим, что Бог велик. Greatness means that there is activities, and activities means person. И величие означает то, что должна быть деятельность, которой занимается эта личность. So when you study the characteristics, you can understand that personality is behind the characteristics. И когда вы изучаете качества, то вы можете понять, что за всеми этими качествами стоит какая-то личность. Okay. Отвечаете? You don't believe Krishna is a person? Вы не верите, что Кришна — это личность? No. Нет? Well, someday you'll meet him. Ну, в какой-то день вы поверите. But he's right there on the altar. If you go into the temple, he's there. He's Jagannath, that's Krishna. Ну вот он как раз здесь вот у нас в храме на алтаре. Это Джаганнат. Нет, лично от Кришны. Господь Читания — это Кришна. If you speak to him and serve him, he will reveal himself to you more and more. Если вы будете служить ему и говорить с ним, то он больше и больше будет открывать себя вам. But you see, the problem is, we think God is a person like us. That's our problem. Но вот наша проблема в том, что мы считаем, что Бог — это личность, подобная нам. Although he has transcendental form and he's a person, he's the source of everything. Хотя у него есть трансцендентная форма, и он личность, но в то же самое время он является источником всего. His transcendental body contains all of existence. Его трансцендентное тело включает в себя все существование. We think of person in terms of what we understand person is by our own example. You can't do that with Krishna. Krishna is a person, but he's unlimited. We are limited. Если вы оцениваете личность, потому что вы сами вот на своем примере вот такие вот как мы, да, то вы не сможете это сделать с Кришной, потому что хотя Кришна и личность, но это безграничная личность. Another understanding is you see everywhere you see form. И другое понимание — это то, что все видят какую-то форму. So form means coming from form. И форма означает то, что она должна исходить из другой формы. Creation means coming from creator. Творение, оно должно исходить из Творца. Wherever you see creation, that means there's a creator. Когда вы видите творение, значит, должен быть Творец. You see a beautiful picture, you know there's an artist who drew the picture. Если вы видите какую-то красивую картину, то должен быть художник, который эту картину нарисовал. So existence is coming from a source, and that source is greater than the existence. И все, что существует, оно все бытие, оно исходит из источника, и это бытие, этот источник, он более велик, чем творение, которое мы видим. Krishna is a person, but he's perfect. Кришна — это личность, но это совершенная личность. We have never met a perfect person. Вот мы просто никогда не встречались с совершенной личностью. Therefore, we can't understand Krishna as a person. Поэтому нам трудно понять, что Кришна — это личность. Okay. Я хотел спросить, вот вы рассказывали за эту женщину, да, ну почему люди так воспринимают? Как, допустим, Шримад Бхагаватам описано, когда полубоги демоны эту гору Мандара несли, и они ясно увидели, когда Кришна, ну, Вишну прилетел, они увидели, только он мог ее поднять. И все равно демоны они не приняли. Хотя они увидели проявление, и они постоянно видят, как Кришна там помогает полубогам, они не могут принять. Почему, ну, такой менталитет? Почему эта женщина? Да, ну да, ну вообще, да, почему? Хотя они видят проявление могущества, но они не могут. What is the cause of demons being not able
to understand Krishna as the Supreme Lord. Like for example, in these pastimes of the churning, of the milk ocean, when demons and demigods, they were churning using this Mandara mountain, and only, and even they saw that only Supreme Lord could help them to leave this mountain and to do all other activities. But although demons, they could see that, they couldn't accept that Vishnu is the Supreme Lord. So what is the cause? Why they, even envy. Observing this greatness, they cannot accept it? Envy. That is a zavist. Krishna says, one who is non-envious, then they can understand everything. Кришна говорит, что не могут понять те, кто свободны от зависти. Their enviousness covers their intelligence. Зависть, она погружает их разум, покрывает их разум. Even amongst ourselves, sometimes we can't understand the deity. Даже вот среди нас преданных мы иногда не можем понять то, что касается Божества. The deity is not different than Krishna. Мы не понимаем то, что Божество не отлично от Кришны. The deity can talk, the deity can walk, the deity can eat. Божество может разговаривать, оно может есть, может ходить. But we think it's just some statue. Но мы думаем, что это просто какая-то статуя. That's our ignorance. Это наше невежество. Our material coverings. Наше покрытие материальное. Coverings become free, then we can understand. Когда мы избавляемся от этих материальных покрытий, то мы demons are very much covered over. Способны понять, что демоны, они очень сильно покрыты. Especially by envy. Завистью. Spontaneous. Она выбежала, начала кричать. Спонтанное такое неприятие. Like in the case of this woman who started crying against you doing Hare Nam. Yeah. So was it spontaneous envy coming out? Yeah. And envy is being challenged. The holy name is purifying. She doesn't like the purification. И вот когда она соприкоснулась с этим именем, которое очищает, ей не понравилось это очищение. Like an operation. Матрица, you have a question? Такая, да, вот, ей не понравилось. Yeah. У вас был вопрос какой-то? Can you share us your experience in your personal life? How did you get attracted to the Holy Name? I'm still trying. I come to the Ukraine festival so I can get attracted. До сих пор пытаюсь привлечься к этому имени. Я специально приехал в украинский фестиваль, чтобы привлечься им. Correct. Шила Чандрамауля Свай Махарадж Ки! Hare Krishna. Town, we are doing good preaching and many people come and then but question is how we can cultivate their quality, not only quantity but quality also, and what is the proper balance between quality and quantity? Can you repeat that again? In our town we are doing very good preaching. Mm-hmm. And question is how can we cultivate the quality of those people who are coming, how we can help them to cultivate quality. By developing personal relationships with those people. Но вы можете помочь им, развивая с ними личностные отношения. The more you develop a personal relationship, the more you can take that relationship step by step in a qualitative way. И если вы, чем больше вы сможете развивать с ними такие личностные отношения, тем больше вы можете помогать им делать следующие шаги в этом. When you see someone is serious, then you make friends with that person. Если видите, что кто-то из них серьезен, вы можете завязать с ними дружбу. Develop that friendship by using that to help them qualitatively increase in their Krishna consciousness. И вот благодаря дружбе, вот таким дружеским отношениям, вы можете помогать им качественно развиваться в сознании Кришны. That's our problem in most places. We preach, people come forward,
but to really put quality into their Krishna conscious life, it takes personal relationships. Это вот главная проблема в том, что мы много проповедуем, люди приходят, но чтобы помочь им прогрессировать, необходимо развить с ними личностные отношения. That's one way. Это один способ. And the other way is just to try to put quality in everything we do. И с другой стороны, это самим быть такими качественными в своей Кришне. The more we put quality in whatever we do, that quality also affects them. И если мы сами качественно служим Кришне, то тогда вот это качественное служение, оно окажет влияние и на них. Try to think how to make the programs more better, how to inspire people in different ways. Старайтесь программы организовывать как можно лучше и как можно лучше вдохновлять людей на служение. Many times when we preach strictly as Shri Prabhupada did it, without under preaching, just strictly. So many people just come and go. So surely become unless strictly. We take a personal interest in the people, they will continue coming and going. Да, конечно же, если вы пока вы не начнете личностно заботиться о людях, они будут приходить и уходить. You need a program also. Поэтому нужна какая-то программа, которая. Step one is to meet to somehow or other preach. Step two is to inspire them to take up the preaching. Step three is to engage them in some maybe practical service. И у нас должна быть такая комплексная программа. Встречаться с людьми, они привлекаются, потом проповедовать им и далее помогать им прогрессировать в создании Кришны. Extremely difficult to preach in this age. В эту эпоху очень трудно проповедовать. Because people's lives are so complicated. Потому что жизнь людей очень сложная. Their minds are so confused. Их умы настолько обеспокоены. So you really have to be organized. Поэтому вам самим нужно быть очень хорошо организованными. But preach the glories of the holy name, chant the holy name, and distribute nice Krishna prasad. Но проповедуйте славу святого имени, повторяйте святое имя и распространяйте хороший Кришна прасад. Make prasadam the best. Прасад должен быть высшего класса. Then people will keep coming back. Тогда люди будут продолжать к вам приходить, возвращаться к вам. Hare Krishna, thank you. Thank you. Any of the other? Oh, okay. There are two opinions about Srila Prabhupada's personality nowadays. One of them that he is Nitya-siddha and all his preaching was perfect. And his strategy, preaching strategy was also perfect. His what? Was also perfect? Preaching strategy. Strategy according to time, place, and circumstance, yeah. And he never made any mistakes. And the other, another opinion is that he was also personality and made mistakes and we can change his preaching strategy now. And what is your personal opinion about his personality? То есть вопрос в том, что есть два мнения. Первое, то, что Шри Прабхупада Нитья-сиддха и его стратегия проповеди, она совершенна, и нам не надо ничего менять. Но другое, это то, что он тоже личность, он совершал ошибки, и поэтому, поскольку он совершал ошибки, мы тоже можем менять то, что он говорил. Part of Prabhupada's preaching strategy is he gave us principle that use your intelligence and learn how to preach accordingly. Одна из аспектов, один из аспектов стратегии проповеди Шри Прабхупады было то, что он сказал нам использовать свой разум и учиться тому, как проповедовать в соответствии с обстоятельствами. He did things a certain way, but he said you should also understand that to preach means to understand the nature of the audience. Он проповедовал определенным образом, но он также учил нас тому, что проповедь значит, что мы должны понимать то, кто перед нами стоит. For instance, we're preaching in this age by using yoga. Как, например, в эту эпоху мы проповедуем, используя йогу. It's very big, especially in America. В Америке это сейчас такое большое движение. So we go, some of our temples have yoga teachers.
некоторых из наших храмов есть учителя йоги. We invite people to come and practice hatha yoga. Они приглашают людей, и они учат им хатха йогу. And we don't preach to them. И мы им не проповедуем. And we give them prasadam. Мы просто даем прасад. And hatha yoga. И хатха йогу. And sometimes we have Prabhupada's books there. Иногда мы там тоже держим книги Шрилы. And then after a while, they start to get to know the devotees. И через какое-то время они так знакомятся с преданными. Of course, we don't hide we're devotees, but we also do other things, and sometimes they take interest in other things that we do also. И, конечно же, мы не скрываем от них, что мы преданные, и мы другими вещами занимаемся. И вот, вот эти вот другие вещи, чем мы занимаемся, им тоже становится интересно. So, preach, but as Prabhupada said, tax your brain on how to do it. И да, проповедуйте, но еще Прабхупада говорил, что вы должны, как сказать, напрягать свои мозги так, чтобы сделать это наилучшим. Some people say we should preach this way, some people say we should preach that way. И некоторые люди говорят, что нужно так проповедовать, другие говорят, что нужно проповедовать по-другому. Whatever works. Но вот, правильно то, что работает. That's the idea. What works? What's getting people to come forward and take up Krishna consciousness? And that is bona fide. Самое лучшее – это то, что помогает людям присоединяться и принимать сознание Кришны. But one thing remains strong is book distribution. Но одна вещь, которая должна оставаться сильной – это распространение книг. And the holy name. И святое имя. So these we should never give up. Keep them always foremost, but we can use other forms of preaching also along with them. Вот эти две вещи нам никогда не надо оставлять, и так, чтобы они были сильными, стараться. Но мы можем при этом делать и другие вещи. Jayapataka Maharaj developed his Bhakti Vriksha program. Как Jayapataka Maharaj, например, он развил эту программу Bhakti Vriksha. Back in the beginning of the 1990s. Это началось в 90-х годах. For congregational people. Для прихожан. And tremendous success in bringing people to Krishna consciousness through this Bhakti Vriksha program. И через эту Бхакти Врикшу очень большой успех, много людей приходит в сознание Кришны. So here's an example of using your intelligence on how to preach. Это пример того, как мы используем свой разум, чтобы лучше проповедовать. Yeah. But Prabhupada was a Nityasiddha. Но Шрила Прабхупада был Нитья-сиддха. I can tell you one story, but I won't. Я мог бы вам одну историю рассказать, но не буду. Not now. Не сейчас. That it illustrates he's a Nityasiddha. There's no question about that. Несомненно, он является Нитья-сиддхой. But sometimes Nityasiddhas appear to be ordinary materialists from a certain point of view. Но иногда Нитья-сиддхи, они кажутся, как бы они пристают в определенном свете для материалистов. But that's all external. Но это все внешние вещи. I mean, many great souls apparently are materialists, they make mistakes, but actually this is just the feature of their activities in the material world, just to keep themselves hidden from the general population. И очень часто великие души, они тоже ведут себя подобно обычным людям, они совершают ошибки, но это просто часть их плана, то, как они пытаются спрятать себя от материалистов, скрыть то, что они действительно. Prabhupada was a Nityasiddha. И Прабхупада был Нитья-сиддха. So was Bhaktisiddhanta. И также был им. So was Shiva Bhaktivinoda Thakur. Shiva Bhaktivinoda Thakur. They're eternal associates of the Lord in the spiritual world. They come here on a mission, and when they finish, they go back. Они вечные спутники Господа в духовном мире. Они приходят сюда с определенной миссией, и когда они ее заканчивают, они возвращаются обратно. Another question? Some of the ladies and questions. Some in the back there, them putting their hands up for the last half hour. Полчаса вы уже держали руку. Who was the spiritual master of Srila Haridas Thakur? Of who? Srila Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur? That's not known. Никто этого не знает, кто был духовным beginning of his life is shrouded in mystery. Начало его жизни, оно погружено в тайну. His birth, his parents, his upbringing, his spiritual master, none of that is known. Его рождение, его родители, его
духовный рост, его духовного учителя, все это неизвестно. But he took Lord Chaitanya as his spiritual master. Он принял как своего духовного учителя Господа Чайтанью. Yeah, he's a mystery. Да, это все тайна. Hare Krishna. You mentioned that the Lord Gauranga's body became black because of the sins, and Krishna's body is also black. Does that mean that he is black because of our sins? No. Нет, нет, нет. But he's not black like material black. Он такой не черный, как материальный. Transcendental color is not material color. Трансцендентный цвет, он не подобен материальному цвету. Black is just to give you an indication of something. Цвет, он является отражением просто определенных вещей. Transcendental black, it's not like, just like one devotee, you know, in America there's a lot of black people. Как, например, в Америке есть очень много черных людей. So one said to Prabhupada, Prabhupada, hey Prabhupada, Krishna's black. И вот один человек сказал, эй, Прабхупада, смотри, Кришна черный. Prabhupada said yes, but not like you. Он сказал, да, Кришна, но тот человек был черным тоже, да, он сказал, да, он черный, но не такой, как ты. So it's something different than material black or material white. Это полностью отлично от материального черного, белого и так далее. No, if you see Krishna, you'll faint. You won't even be able to look at him, to speak of seeing his color. Если вы просто увидите Кришну, вы упадете в обморок, вам уже не до того будет, что его, чтобы его рассматривать, его цвет смотреть. Yeah, Krishna. Our eyes are not able to behold such a beautiful and transcendental form. Наши глаза просто не способны вместить в себя такую прекрасную трансцендентную форму. So when we have pure love, then we can see Krishna. И когда у вас пробудится чистая любовь, тогда вы сможете увидеть Кришну. Only then. Только в этом случае. Any other questions? Еще какие-то вопросы? Time to go. Время. Okay, Srila Prabhupada ki. Srila Haridas Thakur ki. Bhoda Premanandi Hari Hari Bhoda. Здесь Шрила Чандрамоли с вами Махараджа.